Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Dead Space. Сегодня 10-я серия. Вот где мы находимся, хрен его знает. Это уже вообще капец. Верхняя палуба какая-то. Поэтому сейчас будем выбираться отсюда. Появились новые враги, которые двигаются с огромной скоростью. Их надо успеть в этот момент застазить, что называется. Вот у меня как раз стазис это очень мало. Что ж, давайте будем действовать дальше. Что там у нас впереди? Поехали. Кругом эти трансформаторы, аккумуляторы. Хрен его знает, куда лучше пойти. Так. Ах ты, тварь! Сдохни! Ах ты! Ну вот, как говорится, только подошел к двери, уже сразу нападение на меня. Со всех сторон, да? Сюда сейчас уже не попасть. Так, подожди, а куда аккумулятор делся? Эй! Ладно. Взорвался, что ли? Сейчас будем разбираться постепенно, последовательно. Ничего. Стоп, подожди, а если я возьму сейчас вот этот и туда вставлю все. Что-то будет? Ясно. Подожди, мне что, сюда именно надо? А там тогда что? А здесь так открыто. А что она запитывала? Подожди. А тут и не пройти. Тут все равно не пройти. Ну, погнали. Наверх. Мистер Кларк, нам надо поговорить. Кто это? Меня зовут Терренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Да, ребятки. Это вы тут накосячили, а мне разбираться, да? Со всем этим. Так, а здесь что? Ничегошеньки, да? Там орёт. Ловушки. Вау. Ну-ка пойдем сюда сходим.
Так. Птичка. Птичка нам нужна, это точно. Просто мне интересно, кто тут орёт, а? Кто орёт? Хрен поймёшь, кто там орёт. Ой, начинается опять. Где это? Блин, терпеть не могу этого. Охереть. Это звуки. А, блин. Надеюсь, они там все поддохли. Нет, не поддохли. Так. Ну-ка давай вот эту вот возьмем еще. Блин, какая фигня. Бразота. Еще есть такая херь. Фу, мать твою. Тут невольно начинаешь составлять список врагов, которых ненавидишь. Просто реально. Вот эти вот длинные, это вообще вот, которые они распадаются на несколько мелких. Ты просто понимаешь, что ты готов все что угодно сделать, лишь бы не видеть это, честное слово. Так, резачок. Что-то не хочется тратить на это. Давай на это хоть потратим. Так. Перезарядка, да? Объем. Даже не знаю, что лучше. Так. Так, вот эти вот зоны опасны сами по себе, да? В них можно погибнуть. Раз, два. Пойдем посмотрим, что здесь. Говорит командир Кадига, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне. Ах ты твою мать! Всему персоналу вооружиться. Срочно поражение! Да это что такое, а? Куда бы ты ни пошел, они везде, понимаешь? Если ты нашел шкафчик, значит, и они тебя находят. Если ты нашел боеприпасы, значит, и они появляются. Все взаимосвязано. Это что такое? Управление. Тир.
блин. Ладно, неплохо. А вот так, если... Ну-ка, давай. Сейчас я сделаю, рекорд установлю. Ну, давай. Ну, 900. Хоть за это что-нибудь дали маленько. Ладно, бог с вами. Короче, погнали. Для автомата дают неплохие вооружения, да? Точнее, много боеприпасов. Чё там? Это типа он столько с ногой сидел и все орал, держал ее в руках. Ну, чё. Мне тебя жаль. Ну что поделаешь? Мы попали в такую ситуацию, из которой надо выходить каким-то образом. О, это сейчас было круто. Подожди. А еще будут такие уроды. Тут я пройду. Тут я пройду, это точно. Тут я пройду. Но вот там нет, прятан. Ты нахер. Сорви. Блин. Хорошо, хоть у меня аптечки есть. Ну, совраска. Милка. Так, а это что такое, подожди? Да
сюда достает. Ладно, погнали. Кто где? Блин, господи! Сдохни, тварь! Да это просто капец какой-то. Собираем все. Так, все нормально, все хорошо. Вот о чем я и говорю, то что этот пистолет, он заменяет очень много, очень много. Этот автомат мне нравится еще. И пистолет особенно. Можно прокачивать. Автоматик. И вот эта вещь тоже. Потому что она устанавливает все-таки мины. Я уж не знаю, какие они. Мне кажется, они электрические. И взрываются. Так, ладно, погнали. Пока вроде неплохо все. Справляемся. Да, нелегок наш путь сквозь дебри. Сзади могут. Впереди-то я вижу. Так, сохраняемся. Так, стазис, подожди. Стазис есть? Вообще ничего нет. Это что такое? Женщина какая-то наклеена. Давай. Чтоб тебя разорвало, а нахер. Блять. Беги, скотина. Нахера оно мне, блядь? Собака, блядь! Вдыхай нахер!
вас разорвало нафиг. Да вы откуда все? Сдохни. Господи, это вообще капец, это просто жесть какая-то. Блокировка снята. Да неужели, а? Нихера нет. Так. Как всегда, птичек нет, ничего нет. Капец. Там с боссом мы сражались, и то, мне кажется, легче было, чем вот здесь. Так, аптечка уже радует. Аптечка уже радует, это уже прекрасно. Так. Все подобрали. Почти все подобрали. Вот это вот еще. Так, ладно. Магазин. Загруженная схема. Большая аптечка. Так, плазменный рюкзак. Понятно. Так, силовой пистолет. Турборез. Силовой рюкзак. Кинетический инструмент малого радиуса действия. Так, силовой пистолет, труборез, промышленная пила какая-то, силовой резак. Ну давай труборез купим. Так. Том. Это вот возьмем, конечно же. Это и, я так понял, силовой блок надо для него. А лезвие трубореза пока ничего брать не буду для трубореза. Ну-ка давай глянем, что за труборез, как он работает вообще. О, вот так вот работает, да? Ну, давай рискнем, чё. Попробуем, может пригодится. О,
Ох, сохранялка. Сохранялочка. Чего-то не срабатываешь, что ли? Так. Сохранились. Блин, все трясется. Боже. Кто это был? Кто это был? Так, аптечка. Сюда давай. Так. Еще что-то. Так, сейчас походу будет что-то это ужасное, да? Что тут надо делать? Опять. Так. Труборез. Так, в общем, одним словом, сейчас поднимаемся на лифте. Наша задача отключить, одним словом, замки. Как мы их отключим, хрен его знает. Так, ну-ка давай, сюда. Оп. Давай с этого края будем начинать. Как раз. Блин. Два. Ждем маленечко. Сейчас бежим сюда. Так, подбираем все, что только можно. Так, ну. Так. Так. Так, тут стекло. Там тоже. Не пройти ни хера.
Ни симптомы, это непонятно вообще. Так. Так, ждем. Бежим. Опа. Я не понял, я вроде отключил этот замок. Этот замок. Он все равно включается, да? Ничего. Непонятно ничего. Бляха-муха. Твою мать, вот маленечко ошибаешься и все. Уже получай. По заслугам, да? Быстрее давай. Ах ты, твою мать, маленько не успела. Так. Сейчас тут давай. Не попадает, что ли, ничего? Бляха-муха! Да ты что ты будешь делать, а?
И чё? Так, все, огонь прекратился, да? Ой, май гад, просто май гад. Это ты? Ты его достал? Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Да я его пока достал, я офигел уже, понимаешь? От твоего доставания. Нахер. Куда? Сейчас меня убьют уже, нахер. Твою разорвал. Да блин! Господи. У меня пропал сигнал от Хэлланда. Он жив? Черт. Теперь остались только мы. Это просто капец, короче. Просто капец. Сюда, да? Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль.
Что там? Внимание! Да. Критическое болото в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Бляха-муха, куда? А. Внимание! Критическое болото в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. А тут что у нас тут? Блин, аптечки нету, ни хера нет. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Критическая поломка в топливном отсеке. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Куда это? Куда нам надо? Так, пошли быстро. Ох-ох-ох-ох, да. Это было вообще... Зона гравитации. Ну что, открывать? Зона нормального давления. Ну что, куда ты разбежался? Гад, ну просто капец. Так, золотой полупроводник продаем. Алмазный полупроводник продаем. Так, все остальное нам надо. Так, сюда. Здесь нифига нет, да? Или есть у нас силовой узел? Есть один. Тоже радует. Так, труборез. Ущерб. Давай-ка вначале будем вот эти вот прокачивать. Импульсная винтовка. Ущерб. Ты прокачал маленечко. Объем. Пусть будет. Так, ну что, дорогие друзья, думаю, что на этом буду заканчивать. Глава 9 закончена. Мертв по прибытии. Завершились. Ох, как это все сохраняется. Интересно. Глава 10. Последние дни. Иду до первой сохранялки. Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт! Его процессор не отвечает. Это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его.
Короче, ищем запчасти, да? Трупы, трупы, трупы. Кругом трупы, да? Игра это не пощадит, если вы вовремя не купили патроны, аптечки, стазис. То есть всегда надо это иметь в запасе. Ну, понятно. Чем ближе к концу игры, тем больше проблем. Потому что тут внезапные сложности появляются. Вроде бы ты не ожидаешь таких проблем, а она раз и появилась. Тут надо быть предельно внимательным. Так, там что? Типа что? Туалет, что ли? Как всегда. Твою мать. Так, нам куда надо вообще? Пока туда. Так, магазин. Где ты сохранял-то есть? Какая-нибудь? А, вон она. Нет, да, вот она. Так, вот. База данных. Ух, сколько текста, а. Статья о юнитологии. Став единым, мы вознесемся? Юнитология, новая надежда или очередная афера? Кэрриван Аткин. Надо провести последние 200 лет в глухой марсианской колонии, чтобы пропустить рождение и становление юнитологии, самого быстро развивающегося религиозного течения за всю историю человечества. Церковь юнитология насчитывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира. Политики и бизнесмены, ее активы составляют 78 миллиардов долларов в ценных бумагах транспланетных корпораций. А сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. Ой-ой-ой. Из малоизвестного культа юнитология превратилась в уважаемую и официально признанную религию. Ну, тут целая статья. Это зачем? Ладно, дорогие друзья. Будем продолжать в следующий раз. Понятно, что узнаем, чем это все закончится. Думаю, что будет концовка. Концовка близка. Так как мы уже ищем челнок, нам надо найти все детали недостающие.